Жили-были старик со старухой, и была у них курочка Ряба. Каждый рассказывает эту сказку по-своему. Мастерицы из Санкт-Петербурга, например, воплотили историю в лоскутной технике. На одном полотне мышка-нарушка, на другом – золотое яйцо. Все из небольших разноцветных кусочков. Это еще десятки работ, представлены в городе на 9-й всероссийской выставке «Лоскутная мозаика». Мастерицы со всей России после отбора всероссийским выставочным комитетом, где идет отсев, так сказать, работ более слабых и так далее, представили здесь более 400 работ, 290 мастериц со всей России и где-то 58-60 городов, которые представили здесь свои работы. Некоторые панно – настоящие произведения искусства. Чтобы создать один такой шедевр, нужно 3-4 месяца. Прежде чем приступить к работе, рассказывают рукодельницы, нужно поймать вдохновение и разработать концепцию. В европейской традиции пэтчворк популярна геометрия абстракция. В России – красочные сюжеты. Я увидела лоскутное шитье, я прямо обомлела, мне настолько понравилось. Но с лоскутным шитьем я была знакома с детства, потому что спали под лоскутными одеялами, мама у нас собиралась, у нее ни один лоскуточек не пропадал, и шила она нам одеяло, и мы под ними спали. И даже когда я выходила замуж, она мне в приданое дала лоскутное одеяло. Лоскутное шитье прошло проверку временем, сейчас оно все больше набирает обороты. Мастерицы рассказывают, что им постоянно поступают заказы не только из России, но и из европейских стран и Америки. Особенно в цене ручная стежка. Работы, в которых каждый лоскуток пришит вдохновенно и с любовью. Говорят, Екатерина из каких-то лоскуточков делала. И вообще, очень давно началось, и все так и будет продолжаться. Оно, может быть, пропадет на какой-то период, а потом опять возобновится. Это же творчество такое. Как говорят, русская женщина всегда, даже в сказке, из крапивы шила рубашки. Насладиться лоскутной техникой ивановцы смогут на 6 площадках города до конца месяца. Затем конкурсное жюри отберет 100 лучших работ, которые отправятся в выставочное турне. Будет ли среди лучших панно России шитье ивановских рукодельниц, узнаем позже. Мария Авдеева, Олег Милехин, РТВ Иваново.